мы копаем наши траншеи далеко на ничейной земле, некоторые лишь в 70 метрах от их линии обороны. Генерал Брусилов сказал нам, что элемент неожиданности бывает опаснее винтовки. Капитан отобрал взвод самых сильных и храбрых наших бойцов. Наш маленький отряд должен будет штурмовать 3 вражеских окопа еще до прекращения артобстрела. Россия, наша великая страна, могла прокормить целый мир, а нам не хватает еды. И не только еды, одежды, топлива, обуви. Как мы будем воевать без обуви? We'll be right back.
was great.